Сука! Литовцы! Поехали! Литовцы! Поехали! Вон он пошел вокруг, он идет! Да, тут какие-то камни странные. Реально? Странно. Ладно. Зашел. Поход. Вот, человечек. Мороза там дохренища, вон ходит. Оп. Красава, да, поехал? Смотри, это ниже, ну, гора. Получается. Чего ниже, блядь? На два. Литовцы! Поехали! Да, тут соскочить можно. И пошел, Алешка. Че, реально? Ладно, поехали. Вы же не отбили? Конечно нет, наших подождем. Человеческого стада. Двое. Козлы не ускакали. Двое ушли. Мы как-то, помню, с пыхарем здесь, да, блядь, держались. Да, это фотка интересная была. Сейчас она есть. Где-то мы тут залазили. Это жесть, блядь. Приколись. Это не описываю. Ну, спуститься можно. К речке туда. Фух. Так, ждем своих привал. Вот пятачок, с которого можно прыгать. Прямо вот так вот разгоняешься и на щупаря. А вон майка оранжевая валяется. Видишь, кто-то уже падал. Я накрасил. Тут главное телефон не уронить. А то буль. И все. Еще, блядь, сидит на скале. Читают жуки. Ну что, я пошел. Давай. Все, короче. А что, в натуре с веником приехал туда, опустил веник, размок нахуй. Там говорят. Вначале я вообще тревога, вся контора возле гаража. Начинается работа, балалайки настроены, мячики накачаны, ограничения по времени для нас. Давай, вот этот кидайте туда камень. Че, давай толкнем его, этот камень, обратно. Это бесполезно, нас не запугать, если будете под всем, придется вас подразорвать. Красиво. Получите пизды, пример тому газовики. Побитые машины, недосчитанные зубы, крики, турики. Не мешайте нам спокойно жить, мы знаем, как надо работать и как приятно время проводить. Ездить по рыбалкам, жарить шашлыки. Все у нас в порядке, все в порядке, чувачки. От рассвета до заката, работа, братва. Мы всегда вместе. Почему пройдем, вон тропа есть. Всегда. Подъемы. От рассвета до заката, работа, братва. Держите пять, ребята, от нашего квартала. Йоу, Андрюха Кумитава, Лёха тренер, все эти двое не потерпят. Без предела я бы не сомневался. Вот альпинисты, блядь, я их не понимаю. Все пруд, блядь. Где? Вон сколько там чаек, смотри. Где? Вон, гнезда. Направо. Не оставай, погнали. Значит, это лялька 99-ка. Значит, Саня, мальчик, а дядька. В сборе все водилы, в сборе вся команда. Это там в траке, террористическая банда. Водка и шашлык,
пиво старанкой, вино и кальян пизда. Я пропал за потери пульса. Целый день рождения я праздновал, после чего самостоятельно уже не стал. Йоу, это хип-хоп фром пиздатый квартал. Хип-хоп фром пиздатый квартал. Шансонский рэп, шансон. Продолжаем, чё дальше припев, йоу. От рассвета до заката, работа, братва. Мы всегда вместе, мы рядом. Всегда, всегда. От рассвета до заката, работа, братва. Держите пять, ребята, от нашего квартала, йоу. Отдельный респект для наших водил. Боцман, паук, фаза и крокодил. Белый, зеленый, синий, зеленый. 25-й тоже в эсперке. Йоу, заводят, бля, сейчас сразу чётенько. И свалиться бы с этими. Йоу, у кого-то в мечтах покорение мира. Мне многого не надо, я с тобой не специально.